Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео про коэнзим кофермент Q10. Энергия для митохондрий сердца, мозга и всего организма. Сейчас я вам кратко и просто при этом расскажу о важном и сложном, о биохимии клеточного дыхания, о синтезе АТФ, то есть энергии. И это не просто так для интереса, а для вполне определенной цели, чтобы вы понимали и знали, насколько важен коэнзим Q10. Какие три основных и множество дополнительных функций в организме он выполняет, как он синтезируется в организме, что делать, если его не Недостаточно, как понять, что его мало и какие меры принять, чтобы увеличить его естественный синтез с самим нашим же организмом, и в каких случаях его жизненно важно применять дополнительно и тогда сколько, в каких количествах. Итак, слушайте внимательно, а потом пересылайте ссылки на это видео своим друзьям, знакомым ведь это жизненно важная информация. К-10 это жирорастворимый кофермент, который синтезируется у нас в организме и необходим нам для генерации АТФ, то есть для образования энергии, без которой нам не жить. Также он участвует в терморегуляции организма, а также обладает рядом важных функций от антиоксидантных, то есть защиты от свободных радикалов до поддержание здорового состояния сердца, мозга, печени, почек и других органов. Кофермент. Ко означает помощь, то есть сопутствие ферментам. Да, ферменты есть не только пищеварительные. У нас в организме тысячи биохимических реакций, везде работают свои специфические ферменты. В том числе и на мембранах митохондрий. к 10 он же убихинон, по латыни вездесущий. Почему? А он есть во всех клетках нашего организма. В первую очередь он связан с митохондриями. А митохондрии есть в каждой клетке организма, именно они и вырабатывают энергию. Это наши энергостанции организма. Q10 содержит 10 углеродных атомов в своей структуре, потому и Q10. Он может легко присоединять и отдавать ионы водорода, запомните это. Он существует в разных формах, и у него две важные задачи. Это мощный антиоксидант и стабилизация мембран для сохранения заряда. Вот об этом подробнее и поговорим. Да, он легко отдает и присоединяет атомы водорода, и это его уникальные свойства используются в митохондриях для выработки энергии. И это происходит сходят на внутренней мембране митохондрии. А для этого надо, чтобы между наружней и внутренней мембранами митохондрии попали ионы водорода. Они берутся из цикла Крепса и могут быть принесены вторым возможным путем к нам в организм с так называемой водородной водой, со свободными избыточными в воде ионами протонами H. Но об этом в самом конце в двух словах поясню подробнее. Итак, три главных свойства Q10. Первое свойство. Конзим Q10 проводит эти самые протоны H через мембрану на внутреннюю ее поверхность. Он еще также транспортирует электроны в саму мембрану. Создается разность потенциалов. Потом протоны проходят через мембрану на внешнюю ее сторону через определенные ферменты главным из которых является АТФ синтаза, при взаимодействии с электронами самой мембраны, при прохождении протонов через мембрану, и вырабатывается энергия АТФ. Но образуются побочные продукты этих реакций. Электроны мембраны воздействуют на молекулярный кислород, который присутствует везде. И кислород О2 превращается в атомарную его форму О. Далее эти атомы соединяются с водородом, образуя воду. Так нейтрализуются побочные продукты энергообмена в митохондриях. Но это в идеале, и не всегда так бывает. И потому второе свойство Q10 следующее. Если между мембранами накапливается много атомарного кислорода, то тогда формируются реактивные соединения кислорода, а это ведь свободные радикалы, и они повреждают мембраны и даже сами митохондрии. И здесь уже второй раз на помощь приходит Q10. Он нейтрализует реактивные соединения кислорода, он ловит свободные радикалы, устраняя их. Третье свойство Q10. Более того, Q10 способен без фермента АТФ-синтазы обратно проводить через мембрану на внешнюю ее сторону ионы водорода. При этом АТФ, конечно, не генерируется, но повышается температура. Так происходит регулирование температуры тела. И главная роль здесь принадлежит тоже q 10 Кстати, активные изнурительные физические работы, тренировки, истощают запасы q 10 и приводят к образованию большого количества реактивных молекул кислорода. Это кто активно занимается спортом или физической работой, изнуряющий более часа подряд. Но есть и другие важные свойства q 10 Вот они. Чем выше активность Q10, тем меньше шансов потолстеть. И напротив, если вы начали с возрастом толстеть, при одинаковом питании и нагрузках, то у вас точно есть дефицит 10. Но оказывается, Q10 присутствует не только в митохондриях, но и во всех других мембранах любых клеток. Он, например, переводит витамин Е в его активную форму, поднимает количество защитных лимфоцитов, в том числе и НК клеток. То есть тут можно говорить о его противораковой защите. И еще противовирусной борьбе. Он уменьшает возникновение и развитие атеросклероза увеличивает синтез оксида азота, таким образом сосуды расширяются, и повышенное артериальное давление, у кого оно есть, снижается. Отсюда вывод Q10 принимать людям обязательно, у кого повышенное артериальное давление. Кстати, где больше всего митохондрий? Каким органам нужна энергия в больших количествах? Сердце. Печень, почки, мозг и, конечно же, мышцы. Q10 снимает слабость мышц. Важен он и для увеличения активности сперматозоидов. С возрастом количество синтезируемой Q10 всегда снижается. Но не у всех одинаково, как и при саркопении. Но это когда количество мышечной массы всегда с каждым годом жизни, начиная с 35 лет, снижается. Примерно на полпроцента, иногда на 1% в год. Об этом уже было у меня в видео. Это происходит точно так же, как снижается и масса костной системы с возрастом, и масса любых внутренних органов. Особенно Q10 не хватает при кардиомиопатиях, паркинсоне и любых аутоиммунных заболеваниях. Очень важный нюанс. Статины, как известно, снижают уровень липопротеинов низкой плотности и холестерина в целом в крови. И кому-то временно они нужны, у кого повышен холестерин, но только временно, а не на постоянной основе. Но пока вы приведете в порядок печень и кишечник, когда вы измените наконец-то кардинально свое питание, которое и привело вас к повышенному холестерину в крови. Не изменив, вы ничего не измените, поэтому пожизненно будете применять те же статины, а они безумно вредны. У них есть много побочных негативных эффектов. Один из них – статины снижают синтез куэнзима Q10. -Ку Какой вывод? Людям, которые принимают статины, необходимо, жизненно важно применять дополнительно искусственно коэнзим Q10. Хороший, качественный, лучший коэнзим Q10 можно купить в составе комплекса Экозим Q10, куда входит эконол, то есть комплекс полиненасыщенных жирных кислот, главный из них это ЭПК и ДГК, потом коэнзим Q10 и альфа-токоферола цитат, то есть витамин Е. И именно этот комплекс оптимален для получения Q10, усвоения и для вовлечения его в биологический оборот в организме. Да, и очень важный акцент хочу сделать. Вот посмотрите два видео, хотя бы два. Это про то, как в советское время делались БАДа, ведь это препарат профессора Исаева и казимку 10 Вы прочтите, что это такое, и по ссылке, перейдя на товар, да, когда зайдете, и посмотрите видео. Это и, соответственно, второе про профессора Исаева, где непосредственно его интервью взято. Но всем нужно поднимать количество спящих митохондрий. Было видео у меня про это. Необходимо наращивание мышечной массы и нужны кардио нагрузки. Об этом тоже у меня было видео. Да, подвижность, физический труд увеличивает количество и митохондрий, и синтез Q10. Так же, как, соответственно, и синтез АТФ. Поэтому, кто занимается активной физической работой, трудом, всю жизнь. Это более энергичные люди. Кто не двигается, ссылаясь на разные глупости, всякие там болезни и тем более возраст, если вы только, конечно, не лежачий больной инвалид, посмотрите мое вот это видео про Зиновьева, который в 106 лет делал стойку на голове каждый день, помимо прочих физических упражнений. Особенно это важно будет для тех, кому 50-60 лет, а уже говорят, что вы хотите возраст. Стыдно. При тотальном дефиците питательных веществ всегда есть дефицит Q10. Просто не хватает сырья для его выработки самим организмом. Организмом. И скоро я скажу, каких именно веществ. При воспалениях в организме и аутоиммунных заболеваниях, после инсультов, инфарктов жизненно необходим Q10. И потому вывод еще один следующий. Если у вас были инфаркты, инсульты, если вы предрасположены к этому, у вас ишемическая болезнь сердца и тому подобное, тогда непременно принимайте Q10. И гингобилоба. Хотите, чтобы я сделал видео о гингобелобе, о его лечебных свойствах? Напишите тогда под этим видео об этом обязательно. У кого мигрени, болит голова, у кого с памятью проблемы, кто много физически трудится, кто быстро устает, нужен и Q10, и желательно, Т8 экстра плюс дегидрокварцетин и куркума с черным перцем. Ссылки на соответствующие видео будут даны мною, как всегда, под этим видео. Итак, для естественного синтеза нашим организмом Q10 нужны три фактора. БАДы, которые содержат витамины В2, В6, В12. Их можно получить из натурального продукта хлорелла. В спирулине тоже есть все эти витамины, кроме В12. А также необходима физическая активность. Органические самые лучшие хлореллу, спирулину, вы можете приобрести по ссылке, которая будет под этим видео дана. Главное для синтеза Q10 это физическая активность и лучшие упражнения их комбинации это подъем в горы либо по лестнице вверх-вниз. Кстати, тот же Земновьев, когда переехал из центра Москвы на окраину, он ходил на седьмой этаж каждый день вверх-вниз, пешком не пользуясь лифтом, до своих почти 110 лет. Ну а теперь вопрос, сколько же принимать Q10? Так вот, обязательно более 100 мг в сутки необходимо. Почему? Дело в том, что из ЖКТ его усвоение в кровь будет не более 5% от приема. Лучше принимать от 200 мг и выше. Тогда по равным количествам два раза в день, скажем по 100 мг или по 150 два раза в день. Можно сразу после еды, пища должна быть жирной поскольку это вещество жирорастворимое. По дозировке не переживайте, это немного. Есть те, кто вынужден принимать по 2000 мг в сутки, ну скажем, при специфических генетических заболеваниях. И еще, Q10 очень важен для предотвращения повреждений ДНК, по сути, для профилактики любых воспалений и рака. И помните, в начале видео я говорил про водородную воду, что это второй путь, как можно получать жизненно важные ионы водорода, помимо цикла Крепса. Да, это водородная вода. Я советую вам посмотреть Хотя бы вот это мое видео, живая вода, водородная вода. И вы на практике, что называется, на отзывах людей, которые пользовались этими приборами, я имею в виду персональными генераторами водорода и свободных электронов, услышите, что менялось порой за считанные дни в жизни людей, в их здоровье вот с этим применением данной воды, данной технологии. Не поленитесь, это, пожалуй, 30-40% к решению всех проблем со здоровьем. Всего лишь один вот этот фактор. Только главное здесь безопасность. Категорически нельзя покупать копеечные, дешевые вот эти генераторы водорода, которые только являются генераторами по названию, но не по сути. Дело в том, что если электролизные блоки или протонообменные мембраны, то, что контактирует с водой при электролизе, не покрыто платиной в несколько слоев, то любые металлы при электролизе выделяют атомы из себя в воду, и человек просто травится постепенно изо дня в день, из года в год тяжелыми металлами, и это скажется обязательно негативно через буквально какое-то количество лет. Поэтому здесь, в этой технологии, самое главное на первом месте – это безопасность. Потому и не могут дешево стоить эти приборы безопасные. Лучший в мире прибор персональный генератор – это, конечно, NeoPen. Проверено на практике тестами специальными, американскими, которые абсолютно точно показывают количество водорода на литр воды. До 2 грамм чистого водорода вырабатывает данный генератор. Никакие другие приборы в мире более 1,2 грамма не вырабатывают. Разница это не в два раза больше. Там идет другой расчет, совершенно в иной пропорции, реальный. Но еще раз, главное безопасность. А под видео я оставлю вам ссылку на этот прибор НЛПМ и другие его аналоги, а также на проточные модели. Ну а теперь досмотрите еще две минуты, особенно те люди, кто у нас еще ничего на нашем сайте надгарт.ру не покупал, и те люди, кто смотрит это мое видео, находясь и проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары. Вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотый на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня YouTube канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео даю подсказку на мое видео как совмещать продукты питания бады и лекарства между собой чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более мой совет измеряйте среду обитания ну где вы живете и работаете на радон радиацию электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей вот раздел про приборы тестеры и вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео которое вы сейчас смотрите и последнее под каждым моим видео внизу есть важные ссылки в том числе на мои соцсети очень рекомендую подписаться на телеграм-канал который дублирует youtube мало ли что с ютубом будет и там есть также ссылка на индивидуальные консультации ну что ж до новых встреч до новых видео всего хорошего до свидания